Зимний поселок, друзья мои, вот мы с Виктором едем. Конец ноября. Вот смотрите, как конец ноября, сегодня 29-е же дают. Какие уже горы. Это же у нас улица зеленая. Это поля уже голые. Слушай, лиственницы когда-то садили, смотри, какие большие стали. Да, зима уже натуральная. Настоящая зима. Церковь наша Устинская, когда-то здесь садик детский был. Улица Кагальницкого, сплавная улица, улица моего детства. Широкая, но такая интересная, вот улица отличается. Вообще широкая, на сплав. Спрашивал у тебя, встал на завтра, ну, снег идет. А вот кооперативная улица. Ох, собак-то что. Свадьба. Свадьба. Когда-то мы с Виктором ходили вот в этот теремок, детский сад. У меня фотографии есть. Фотографии есть, да. Мы ходили вот в этот, сейчас под Лиморье, здесь экологический центр. Все меняется. Улица Ленина. Да, зима зимой стоит уже в Узбургу, зиме. 9 градусов. Минус 9 у Виктора говорит. Елка какая. Помнишь, был времена нашей молодости? В конце вот этой улицы. Не, я помню, базар вот здесь был. Базар. Базар, а там вот рядом. Здесь был лес, вообще лес. Вообще не светло. Тропинки были. Я к бабушке бегал. По буграм дорога на реке. А там, короче, был киоск такой. Союз Печати. Газеты, помню, брал. А лес здесь вообще такой был, квадрат большой. Ну, улица Сталина когда-то она называлась сначала. Отлично. Да. В конце 50-х она как-то переименовали. А вот здесь-то точно ты прав, здесь был этот рынок был. Китаец. Огурцы, помню, продавали. Огурцы. Китаец стал огурцы продавать. Железный магазин. Старый паром. По этой стороне. Ну а вон там за этим, за островом. За островом тут. Там их несколько будок стоит. Но они, видимо, далеко на машине не тащат. Наверное, до острова дотащат, а там руками. Ну да. А может на мотоцикле? Может. По Урал-то. По Уралу. Смотри, поселок на той стороне тоже стал явственно проглядывать, да? А там, смотри, тоже сидят. Там же будки или палатки. Или загородки это ведь. Мне кажется, загородки. Ну, более заморозили. В прошлом году там тоже народ сидел. Помнишь, тоже так же. Ну, будки там появились. Ну, мы уже сюда бегали с тобой. Вот здесь будка стояла. Слушай, дорога вон та уже стала зарастать как-то. Слушай, а точно посмотри следы, вот. Следы. Заезд на лед-то вот. Если это машинные следы. Машинные. Это острова тоже с мизинчиком такие. Ну нафиг. Так что осенние пути у нас, Виктор, с тобой закончилось. Такую погоду сидеть тоже вы. Ну ладно.